Я подошел к стадиону, который начали строить, я бы сказать, летом, а вот завтра его откроют. Искусственное покрытие. Но, на мой взгляд, все красиво. Мяч круглый или квадратный у вас? Круглый. Что сказали, когда киевляне выиграли? Мяч поданный в штрафный майданчик, гол забил Василь Турянчик. Удачи, здоровья! Какая команда ваша любимая по футболу? Наверное, Шахтер Металлург. Донецк? Донецк, да. Почему? Вот не знаю, я не могу объяснить почему, вот как так сложилось. В шахту бы спустились бы? Не знаю, но вроде какие-то есть родственники. Которые работают? Нет, нету, все, ну как-то около того. Вот. Что дает спорт человеку? Что дает футбол? Ой, хорошие эмоции, положительные эмоции. Вы завтра придете? Постараюсь, хотелось бы. Если уговорю мужа. Молодежи, которая будет здесь выступать, что вы пожелаете? Успехов, победы, все, держи, победить. Спасибо. Так, ждем праздника завтра. Сегодня я поговорил с хорошей дамой. Дай Бог ей здоровья, ее мужу, детям и вообще спортсменам, которые сюда придут заниматься.